Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обсудил с руководителями образовательных учреждений вопросы организации горячего питания для учеников 1-4 классов и ход летней оздоровительной кампании. Руководитель отметил, что в муниципалитете общее количество обучающихся превышает 47 тысяч человек. Горячим питанием с 1 сентября обеспечат 73% детей, а это более 34 тысяч ребят.